Ирина, дорогая, привет. Привет. Я очень рада, что мы с тобой записываем отзыв с ретрита Светланы Лавровой, который на Байкале проходит, сегодня завершается. И ты уже не в первый раз участвуешь как мастер на этом ретрите. Даешь практику на гвоздях и свои трансформационные игры. Как для тебя прошел этот ретрит? Какие у тебя самой происходят изменения, трансформации? Происходят ли они вообще у мастера из ретрита в ретрит? Ты вот совершенно другая. Я вот вижу, что ты выглядишь вообще совершенно по-другому. Поэтому я предполагаю, что, наверное, происходит. Что в твоей жизни происходит? Чем ты делишься с людьми? Да, конечно, это уже не первый ретрит. И каждый ретрит, он особенный. Каждый ретрит – это новые наполнения для мастеров. Это новое осознание, это новое раскрытие. Расширяя другого, ты расширяешься сам. То есть мы находимся в таких интересных сами процессах, когда мы отдаем, к нам входит еще новое. Мы отдаем, наполняем, и входит новое. И если честно, я смотрю на каждый ретрит, на каждого участника, на этот потенциал, который раскрывается, и ты от этого становишься больше. Твоя емкость увеличивается только от того, когда ты видишь красоту других, когда ты чувствуешь вот эту мощь каждого, и ты становишься еще больше. Ты вдохновляешься этим, ты приумножаешь каждого через себя, и каждый через тебя открывается. То есть мы зеркала все друг для друга, и, конечно же, мы друг об друга вдохновляемся, дышим, видим свои грани и становимся еще многогранней. Ну и, конечно, для мастеров, и как для меня, как для мастера и проводника этого, этой любви, этого масштаба, это, конечно, дает и свой внутренний свет, масштаб и любовь еще больше. А как для тебя, человека, который, я знаю, много где путешествовал по миру, вообще много что видел. Как вот открылись места силы Байкала, как открылся сам Байкал, Ольхон? Скажи, какие впечатления? На самом деле, каждый уголок этого мира, он уникальный. Наверное, нет того места, которое я могла бы выделить. Потому что каждое место — это какой-то пазлик, потому что это есть ты. Байкал — это пазл тебя, это и есть ты. Алтай — это пазл тебя. Таиланд, Бали, Сочи, все, где бы ты ни был, ты как будто бы напитываешься этими местами, ты наполняешься, ты соединяешься сам с собой. Поэтому сказать про Байкал — это про любовь, про глубину Байкала. Это как будто бы каждый здесь открыл эту глубину себя, открыл эту глубину любви, глубину этого мира, глубину своих как бы знаний, осознаний. И сила Земли, она каждый уголок дает свою силу. Ты берешь свою вибрацию, ты как будто бы еще становишься больше, емкостней. И Байкал — это тоже про любовь. У меня везде любовь, да, и Байкал — это очередная глубина любви, которую я сейчас осознаю в своей жизни немножечко глубже, и благодаря Байкалу в том числе. Не секрет, что мы, конечно же, общаемся, знакомы, я знаю немного как жить. Спим вместе. Спим вместе. И летим вместе, все вместе делаем. И поэтому я знаю, что ты к своим трансформациям вообще собирала себя. Это были процессы, они были глубокие, они шли годами. И как ты считаешь, вот пройдя такие серьезные, длинные, глубокие сама пути трансформации по времени, да, которые были долго, как ты считаешь, что может человек за 5 дней ретрита действительно постичь, взять, пересобраться? То есть всего лишь 5 дней мы здесь находимся, а люди вот приехали одни, уезжают другими. Во-первых, как это работает? И вообще, возможно ли это? Или нам вот все показалось? Человек может все, и он может взять всю ту глубину ровно настолько, насколько он готов. В этот ретрит готовы были все, они взяли максимум, они взяли вот прям вот это расширение, наполнение, то есть каждый уехал другим, светящимся, но не каждый готов ведь приехать, не каждый смог доехать, не каждый смог взять ту глубину себя, не каждый готов вообще узнать себя. Если брать мой путь, да, это прям целый путь. Почему мои игры — это ступени? Потому что мы не можем с первой ступени, да, с чакральной, вот, да, если даже выстроить наш путь как по чакрам, то есть первое, мы не прыгнем в 11-й, то есть в страхах мы не будем творцами, и нам пройти этот путь обязательно. То есть пока мы не собрали все пазлы самого себя, вот я игру, да, почему по пазлам разложила, чтобы понять, что это и есть весь ты, игра — это и есть твоя жизнь. То есть ты осознаешь себя в своей жизни, на каких ступеньках ты застрял,
И классно, когда эти пазлы слой за слоем ты собираешь. Почему вот приезжая ретрит в ретрит, да, есть участники, которые ездят первый, второй, третий, и ты видишь, насколько из зернышка, которое было под землей, вырастают могучие дубы, раскрываются красивые кусты роз. То есть ты видишь силу, которую они берут. Но ведь не каждый готов быть этой силой, не каждый готов взять эти пазлы себя, не каждый готов стать единством со всем, не каждый готов выйти за пределы себя и почувствовать, что он просто тело, а тело внутри него, что он гораздо больше. То есть вот задача как раз ретрита за 5 дней осознать себя, что ты больше, и каждый это может. И в наших ретритах, вот я сколько смотрю, да, и места силы помогают, и сам человек, его готовность. И со всех сторон выстраивание практик и всех процессов так гармонично собирают человека и ведут к самому себе, стать вот этой осью себя, почувствовать «я есть, я наконец-то появился, я наконец-то встретил себя, ура! Девочки, поддержка, я есть!» Вот. И вот так каждый появляется у себя, и каждый ретрит ты видишь вот эту красоту, вот полную роз, понимаете? И это, конечно, кайф, когда мы вспоминаем себя, выбираем себя, следуем за собой. И ведь мы самые главные люди в нашей жизни. Как случилось так, что из всех людей, миллион мастеров, миллион практиков, миллион людей, ты присоединяешься к Светлане Лавровой и участвуешь именно в ее ретритах, даришь свою любовь, свои практики именно в ее ретритах. Как произошел этот выбор? Случилось. Это на моем первом ретрите когда-то, когда я думала, что такое автономия, как это так возможно? Мне казалось, это невозможно. Я практиковала выходы из еды уже, да, все это были процессы. Но что такое сухие дни так надолго? Что такое там автономия? Мне казалось нереальным. И случилась, знаете, такая магия. А я ее до сих пор помню. Это первые ступеньки в нашей Нараяне. И площадка. Сидит Светлана уже. Я чуть-чуть припоздала на встречу, в пробке ехала. И я, вы знаете, как ощутила эту любовь с первого взгляда, когда ты соединяешься с самим собой. То есть это то, когда я сразу соединилась с ее полем, то есть я сразу почувствовала, что там происходит. Я не шла там на уровне человек, да, я уже шла за пределами чувствования, и было позволение, как на ментальном плане, я попросила: «Светлана, раскрой поле, хочу соединиться с вибрациями». Я зашла, соединившись с ее полем, то есть было тотальное разрешение, что да, добро пожаловать. И это какой-то один тандем, одно звучание, одно чувствование мира. И когда ты видишь, что люди видят мир так же, как и ты понимаешь, что ты не сумасшедший. Когда ты видишь то, что так же кто-то звучит, так же чувствует твой мир. И ты понимаешь, есть, вот она та самая, которая звучит так же, которая чувствует и видит мир с той же глубиной. И это классно. Классно, когда ты сонастраиваешься вот этими двумя вибрациями. Такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и все, и у тебя слияние такое получается. Слияние из любви, слияние из дополнения, из поддержки, из наполнения, из заботы, из такой синхронизации, в котором даже выстраиваются наши поля. И поэтому я, конечно, в любви пошла во все эти процессы. И мне, да, действительно, ни с кем я не иду никуда в коллаборации, мне это не интересно. Я всегда с глубиной, за истиной. И она есть вот в этом. Поэтому мы вместе. Вот такой вопрос еще. Я наблюдаю тебя все 5 дней. Вот сегодня тоже. Ты невероятно наполнена энергией. Вот прям вот из тебя она идет. У тебя очень жизненной силы, очень много физически. Да. Я знаю, что ты на сухих была, и сегодня ты еще продолжаешь быть на сухих. А, я выходила из еды. Но я 6-й, 7-й, я уж не помню, какой сегодня день. 7-й или 8-й, ну, не суть сколько дней, суть в том, что я сегодня на сухом, завтра планирую, послезавтра, то есть до этого я была на траве вечерком, то есть полынь, без еды, но на траве, то есть присутствовала там 1-2 ложечки меда в день все равно, ну, как не еда, но это как для меня, когда в поход идешь, еще что-то, у нас же много, то есть когда было посещение Байкала. И для меня легче это, когда все равно присутствует какая-то капелька. Я иду из любви во все процессы. И на самом деле, чем больше я практикую... Люблю! Все, уехали наши. Чем больше мы практикуем... Мы сейчас прямо вот так даже сделаем. Это тут уезжают ребята. Люби, люби, люби. Такой живой у нас интервью с ребятами уезжающими. Да.
Поэтому это в таких, когда ты в легких процессах, в любви идешь за собой, не от головы, чтобы нужное как-то, а ты чувствуешь сегодня, стал, я не хочу сегодня ни есть, ни пить, и я не пью. То есть энергии, конечно, больше, я во всех ретритах отдыхаю от еды, и чем дальше я захожу, тем легче мне. То есть я смотрю, как другие едят, я захожу в магазины, но я понимаю, что это такое бессмысленное, навязанное умом, и сознание не готово уже есть. Я даже когда возвращаюсь домой, это какая-то легкость. Это дети, ну мам, ну что ты, ну давай поедим. И ну давайте поедим. То есть у меня сейчас состояние, когда я хочу ем и хочу не ем. У меня очень ровное отношение к еде стало. У меня нет потребности, когда я выхожу, там напиться много воды, потому что я позволяю себе это делать в процессе. Выпить глоточек, захлебнуть Байкала вчера, когда мы плыли. Это как практика, плывешь и пьешь. А вот, это кристальная частота Байкала в таком одном из мест. Поэтому тут главное, я же за собой, я же из чувствования себя, своего тела, из заботы. И вот когда ты из любви идешь, тебе легко. А когда ты идешь из надо, это такое же сразу, да, чувствуем. Надо энергия, это преодолеть, это трудность. Аскеза – это всегда против себя, это через насилие. А через любовь – это я хочу, я выпила воды. Я не хочу, и меня когда спрашивают, ты на сколько? Я не знаю, как захочу. Живу, как хочу. Я всем предлагаю такую практику классную. И вот из сегодняшнего дня, из этих энергий, этого места, этого пространства, своего сегодняшнего состояния, отправь послание самому себе, который, возможно, когда-то, год-два, там, не знаю, завтра, увидит это видео на канале Светланы. Что бы ты пожелала этой Ирине, что бы ты ей напутствовала? Ну, наверное, хочется пожелать не только себе, да, но и вообще всем чувствовать себя, любить и быть любимой, чувствовать эту любовь не только вот здесь, но и везде, так как ты есть все. Сохранять эту чистоту, эту веру, эту наивность, этот свет, который, несмотря ни на что не угас, несмотря на всю твою жизнь, он был внутри тебя, и ты все равно освещала путь не только для себя, но и для других. Свети, раскрывай сердца, люби так же ярко, делись этим, и будь этим проводником света и любви, о котором ты мечтала, светить для всех и раскрывать эту любовь в каждом, раскрывать этот потенциал.